за землю! Они готовы нас утопить, убить, там, сжечь, там, все что угодно. Попытайтесь объяснить, как государственный инспектор находится рядом, а браконьеру перед его носом вытаскивают лодку из воды. Это можно сравнить с такие заработки только за торговлей оружием и наркотиками. Еще раз повторяю, работает ОМОН и государственная инспекция. Конкретно 17 уголовных дел. Но должен быть один самый главный критерий – это любовь к природе.